Букеты ромашек и открытки февроньки – все популярнее у россиян и становится традиционным подарком в День семьи, любви и верности. Сегодня Русская Православная Церковь празднует День поминовения святых благоверных Петра и Февроньи, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Символ праздника – ромашка. Из нее плетут венки, дарят букеты. Заключить брак 8 июля стало уже доброй традицией. Только в Чебоксарах сегодня расписались 15 пар. Объявляйтесь, мы можем вашим брать.